конкурс. Дети читают стихи, стихотворение Муса Джалиля «Звонок». Читает Сулейманов Радмир, 6 лет. Однажды на крыльце со мной стоял мальчишка возле самой двери. Дотянулся пальцем до звонка никак не мог. И явно был растерян. Я подошел и говорю ему: «Что, мальчик, плохо? Не хватает роста? Ну так и быть, я за тебя нажму один звонок или два. Мне это просто. Нет, 5 раз нажала кнопку». А мальчик мне: «Ну, дяденька, айда, бежим, хоть ты большой смельчак, а трепку такую нам хозяин даст, беда».